какое-то чудо нужно, или помощь судьи. А так шансы они дали. Пенальти. Кто-то скажет, был, кто-то не был, но, по крайней мере, повод дали. Он был назначен. Гол! Хо-хо-хо-хо-хо! Кристиан Отцу, давайте его в Челси или в Эвертон, давайте в стартовый состав. Он вам еще не такие наклепает, а? 3-0, и это супер мяч, который, наверное, в ливерпульском-то клубе смотрит этот матч или нет, а? Ну, хоть кто-нибудь свой же все-таки играет на этот сезон, свой. Сместился. Так и не смогли вообще поверить, то, что можно отсюда пробить защитники, в частности, Пайет Джибрил. Вы от той бровки покажите, как это было сделано. Вот, пожалуйста. Ух, какой...